Здравствуйте, дамы и господа, меня зовут Владимир Груздев, и сегодня мы с вами попробуем потрясающее вино из США. Калифорния, долина Напа, Хесс, селекцион, Аломи, Каберне Совиньон. Сорт винограда, как я уже сказал, Каберне Совиньон и Аломи, это название винограда, которое берет свое начало от названия Ранчо, которое там было раньше, Локо Аломия. И сегодня мы с вами попробуем это замечательное вино. Бутылка брутальная, мощная. На этикетке изображен лев, царь зверей. Ну, про царя зверей я как-нибудь позже расскажу. Немножко расскажу про семью Хесс, которая приехала из Европы и начала заниматься виноделием. Как-то я рассказывал про вина Амалай, винодельня Амалая, то, что в Аргентине. Ими тоже владеет семья Хесс. Но что самое интересное, есть одна швейцарская компания, откуда непосредственно пошли корни. Это швейцарская вода Вальца. И именно родственники это Хесс. А в Австрии, в Швейцарии и в Германии эта семья известна под фамилией Гесс. Мы как бы ни на что не намекаем. Гесс, Хесс, но тем не менее Гесс. Потому что не знаю, родственник Рудольфа или не родственник, но вино должно быть хорошее. Как вы видите, я налил вино, и у меня, видите, капля пошла, нужно оттереть. Но наш друг Дропстоп нам поможет. И вам поможет, чтобы ничего не оттирать. Оп, и капли нет. Это очень важно за столом, особенно с белой скатертью. Итак, смотрим. Цвет. Цвет насыщенный, гранатовый. Такой вот прям красивый азербайджанский гранат. Контур такой ареал кирпично-малиновый. Аромат. Ну, Каберне Совиньон явно чувствуется. Черная смородина прям бьет своим ключом. Прям, знаете, такой вот, как будто вот раньше, знаете, в ресторанах раньше курили, и когда рестораторы долго ремонт не делали, на их кожаных диванах оставался аромат табака. Вот что тут такое похожее? Кожа с табаком. Вот. Очень сильный аромат, очень яркий. Ягоды, фрукты. Прям многоплановый аромат, он прям раскрывается. Я прям чувствую, как вот играет, играет, играет. Потрясающе. Даже немножечко подлеск. Вкус. Вкус, сразу могу сказать, обжаренные ягоды с орехами, пекан и немножечко грецких. Вот обжарили это на сковороде, потололи и карри добавили, дуба, и вот это здесь. Потрясающий вкус, потрясающий аромат, но вкус более потрясающий, чем аромат. Я вам рекомендую это вино все-таки пить, ну, не в одиночку, а именно с каким-то продуктом. С мясом жирным, с, вино, с сыром, может быть, даже с какими-то продуктами, которые не подходят конкретно к этому вину. Например, бурак сыр. Пресный сыр и такое яркое вино. Только вот не солить, не перчить, вот именно вот. Что-то такое. Резкий контраст. С вами был Владимир Груздев. Пейте меня.